знакомьтесь, соперники. Представляю вам бойца Сыновну. Ему 20 лет, рост 165 сантиметров, вес 56,6 килограмма. Профессиональный рекорд – один бой, который он проиграл. Его стиль – кикбоксинг. Трехкратный победитель Республики Беларусь по рукопашному бою. Чемпион Беларуси по кикбоксингу. И победитель первенства Беларуси по тайскому боксу. Дамы и господа, представляющий клуб «Феникс» Республика Беларусь Александр Осмоловский. И его соперник в красном углу, бойцу 23 года, рост 155 сантиметров, вес 55,8 килограмма. Это профессиональный дебют спортсмена, его стиль – вольная борьба и бокс. Мастер спорта по боксу, мастер спорта по рукопашному бою, обладатель Кубка мира по сейф-комбат, представляющий клуб «Охват» Чеченская республика Шамиль Ирасханов! Рефери боя Ашот Ашидян. Бойцы на середину. Вы знаете, дорогие друзья, очень серьезный любитель Шамиль Ирасханов, профильный вольник с титулом, как заявленный по меньшей мере, с титулом и достижением мастера спорта по боксу и по рукопашному бою. Боксер уровня мастер спорта — это вообще в любом раскладе не подарок. С какой стороны ты не возьмись. Ну, в России любой мастер спорта не подарок. У меня есть один ученик, он мастер спорта по шахматам, и он не подарок. Шахматами дерется? Нет, он дерется ногами. Кроме прочего, дважды чемпион Европы по тхэквондо. Ну, вот. Обратите внимание. Против Александра Осмоловского. Мы говорим белорусское ММА, подразумеваем Домковский. Мы говорим Домковский и подразумеваем лицо белорусского ММА и лицо этого белорусского ММА. Это и ударники. Орловский. И Орловский. Это, также, да, это ударники. И, ну, конечно. При том, что Орловский победитель мира по самбо, по молодежи, если не ошибаюсь. Он все-таки всем известен своей отличной боксерской техникой. Хорошо взялся. Бодренько. Взялся неплохо, но это с ручкой. Это такой его шанс. Саня, сдается! Давай, 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 Саня, давай, 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 давай! Есть, 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 все, остановка, есть, есть! Задушил. Спорный момент. Пошли свистеть. Ну, а тут уже в любом случае не должен этот бой возобновляться, если совсем убивать по правилам. Остановка была, судья бой остановил. То есть это останется на, как бы, совесть судьи, но поединок так, в таком случае продолжаться не будет. Смотрим. Да, ну вот он поплыл немножко вниз, и судья посчитал то, что он начал засыпать. Знаете, вот такие эпизоды довольно тяжело разбирать по одной простой причине. Ты не видишь, что происходит. Да, ты не видишь, тут судью судить как трудно. Вот это удивительно. Безобразно. Но с точки зрения правил, я не знаю такого правила, которое после остановки судьей возвращает все это заново. Стойку и... Ну, возможно, я чего-то не знаю, конечно, судейство ММА, но такого я никогда не встречал. Угу. Такой вот прецедент. Ты передумал? Сейчас посмотрим, сумеет его дополнительно мотивировать. Ну, кстати, хорошие ноги у белорусского бойца. Традиционно хорошие ноги. Беларусь — это, конечно, одна из сверхдержав в тайском боксе. И... любой белорус достаточно неплохо работает ногами. Чего, к сожалению, не скажешь о вот борцах. Да, там это скорее работающий ногами противник. Это человек, которого за эти ноги надо хватать. Другой дело, насколько получается. Руки отличные. Очень хорошие руки. Но ногами, обратите внимание, Александр очень здорово сейчас пользуется, не подпускает на ударную дистанцию, постоянно контрит. Да, и он начал двигаться, он начал ловить движение, уходить назад. И отшибать ноги. Да. Хорошо, двойка не зашла, но сейчас будет попытаться переводить. Попал снизу, жестко попал снизу. Колено в печень ушло моментально обратно. Еще в печень пробивает, уже фронт-кик, так называемый, Майя-Гири. Хорошо воткнул. И при этом поймал на голову левый боковой, довольно тяжелый. Рубится, парни, молодцы. Ну, не поймал, мне показалось, что все-таки удар был скорее к плечу. Видимо, нам показалось по-разному. Все может быть, да.
Вот он. Здесь получил, да. И отпустил навстречу ногой. Здесь заблокировал. Посмотрим, что у нас Юзи, как обучен вот сейчас Александр. Так, ага, отдал Майк. Вот здесь это единственный, наверное, вариант, где ему может помочь сетка. Подняли! Подняли! Что? Ага. Чего поднялись? Видимо, за сетку цеплялся в попытке сконтрить Шамиль. Это единственный вариант, который я вижу. Возможно. Ну, а за что еще могли поднять из маунта? Да. Он начал мастить. Тот вроде бы стал уходить, и после этого позиция вернулась туда же. Так, пропущен удар. У Александра в противном случае была бы еще возможность развернуться ногами к сетке и сбрасывать с помощью сетки своего соперника в груди. Так. Ну, логично, в этот момент произошел бросок. Да. В исполнении Шамиля и Расханова появляется глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, герой России. Хорошо прихватить. Просто лечь животом на... Ну, я не думаю, что здесь будет Север-Юг, а вот просто лечь животом, да, я думаю, что это возможно. Север-Юг все-таки такое достаточно сложное техническое движение. Его многие пробуют, но мало кто действительно делает. Это что-то вроде Эзекиля. Да. Я вот знаю всего двоих людей, которые успешно в боях. А кто второй? Ну, второй Николай Каушанский. Не понял. Вежливые бойцы, да, протягивают друг другу руки. Ну, чувствуется, оба духовитые. Чем дальше это будет, ну, переходить в ударный поединок, тем дальше это будет противостояние школы бокса и тайского бокса. Уже к этому все идет. Ну, возможно, но Шамиль сейчас вот вспомнил о проходах. И... Молодец, кстати. Да, все правильно делает. Голову только отдал. Вот здесь, конечно, надо было Александру... Пытался вторую руку. Ну, сейчас уже времени нет, все равно не успел. Закончим. Так, ну, Александр показал себя духовитым бойцом, а Шамиль показал, что он владеет большим количеством техники. Да, сейчас посмотрим, во-первых, что с выносливостью и у одного, и у второго, а во-вторых, любопытно, как восстановится спортсмен. Подустал. Это другой, но Александр смотрится, на мой взгляд, чуть-чуть посвежее. Пожалуй, потому что не было особенно борьбы в партере, которая могла бы его измотать. В стойке вряд ли будет сильно уставать. Ну и, конечно, вот этот подъем здесь вот хорошо попал, крепко. Расканов, который, в свою очередь, с бросками-то молодец. С бросками молодец. Все хорошо. Бросками молодец, очень хорошо придумал концовку забирать ровно за счет борьбы. О, ночные волки в Грозном. Интересно. Почему нет? Итак, дорогие мои господа, еще раз. Да. Ваше внимание. На турнире присутствует глава Чеченской Республики. Это кто-то задавал вопрос, а вы вот как относитесь к различным вот, там, движениям, направлениям. Я говорю, вы знаете, я не делю граждан России на наших и не наших. Они вообще все наши, по умолчанию. Тот, кто думает иначе, это неправильная мысль. Вообще. Ну, видимо, человек понял, что я ему хотел сказать. Да, у нас Россия просто поделена сейчас на национальные республики. Это такая мина замедленного действия. Ничего хорошего из этого, в общем, когда мы начнем делиться, спаси Боже. Да, надо объединяться, а не делиться. По крайней мере, такой вековой опыт у нас есть. Ладно, к бою. И пытается встать сейчас Смоловский. Молодец, его не отпускает Расханов. Вспомнил аккуратно, что школа вольной борьбы, прежде всего, контроль в этой позиции. Можно никуда не выпускать. Соглашусь, да, по поводу контроля. Все-таки вольная борьба – это не только броски, даже не столько. Броски – это, наверное, в первую очередь классическая борьба для коротких. Хорошо, отключил одну из рук. Отключил одну из рук, ну, вернее, сам ее себе отключил. Да, то, чего практически не было в первом раунде – это вот этого партера. Работы в партере, то есть партер переводили несколько раз, Шамиль переводил поединок.
Но особенно подраться они там не успевали. Ну, видимо, и сейчас не успеют. Хороший бой получается. Хороший такой заводной. Да, красочный, приятно посмотреть. Александр не идет назад, он готов, заряжен, идет вперед. Ну, первая откидка, пожалуй, получилась. В хорошем стиле. Ой, как здорово, а. Ну да. По школе. Все-таки борьба — это не только проход ноги, как многие думают. Ты сталкивались с мнением, что борьба — это проход ноги? Ну, я сталкивался с бойцами, которые так делают. Считаю, что... делают проход и не делают никаких других движений. Научился делать проходы, умею бороться. Эталоном, наверное, борьбы в ММА для меня является Бен Аскрен, потому что человек, который прилипает моментально, и если не получается проход, он переходит на верхний уровень, не получается на верхний, переходит на средний, режет спину, не получается на среднем, опять переходит на ногу. Ну, тоже верно. Я здесь почему-то сразу Хабиба вспомнил, потому что ему все равно где бороться. Хочешь в стойке поставить? Давай в стойке поставим. Да, Хабиб — высочайший уровень боец, но все-таки, в отличие от Бена Аскрена, не только. Да. По счастью, скорее по счастью, по большой удаче, по большой выучке для самого Хабиба. Ну, да, и поэтому, в общем-то, именно Хабиб сейчас в UFC. Тоже верно. Ну, не только поэтому, может, ну, ладно. К нашему бою вот есть контроль, есть работа. Александр тоже ищет люфты, ищет возможность выйти. Попал и дальше на соперника. Обойдет вторую ногу, может получить. Да. Скрыл с ударами, молодец. Отлично. Вот увидел вот эту брешь в обороне и подсел повыше к подмышкам, отключив практически защитные какие-то механизмы. Что вариант с ногами? Есть что-то можно придумать? Что скажете сейчас, Маршал? С выучкой в тайском боксе. Вот здесь было несколько возможностей перейти на болевые на ноги. Так, вот сейчас я смотрю, как он треугольник пытался сделать. Тоже интересно. Ну и для этого выучка нужна. Здесь надо было спину забирать. Он просто с него упал. Да. Ты как же так-то? У тебя же позиция уже решилась. Ну, это такие решил. Позиции, которые просто нужно бороться, и мозг должен сам находить в них авторские какие-то решения. Вот, они... Так, неужели сейчас здесь будет какой-то душевший? Да не похоже. Так, но тем не менее, есть опять маунт, есть доминирующее положение. Минута, еще работать. И стойка. Начинай бой, я сказал, кричит тренер из угла. Не, ну тренер чувствуется, да, болеет. Уже устал, вот теперь видно. Болеет от души тренер. Чувствуется. Для него действительно важно все это. Пускай, Саня, не пускай, доставай ногу. Делай болевой, делай. Ну, делай болевой. Делай болевой. Нет, так. Оно, конечно, я жду комментарий как раз. Надо, наверное, тут сначала для этого позицию сделать, потому что бедра у него прижатые, то есть копчик лежит, и нету пространства для этого самого болевого. Надо сначала, наверное, чуть попробовать забраться ногами выше, да, или приподнять соперника, или уйти в бок. Ну, это такой пугач. Ну, в большей степени. Ну, честно говоря, за исключением эпизода в первом раунде, который остался под, скажем так, под титром «Непонятое». Из «Непонятого», причем так серьезно. Да, там был, кстати, такой отличный шанс у Александра. Кто знает, что там было бы. Ну, мы сейчас уже не можем. Второй раунд под диктовку. Да, под диктовку Ислама Тимарова, который вот он же бой-то начинал как ударник. Понял, что в ударной технике уступает. Ну, или не уступает, но там лотерея началась. Он его ногами начал обстреливать, я имею в виду Александра. Отшиб ему ноги довольно сильно. Ну, показал свой уровень в борьбе, да. Показал, что да, что давай-ка лучше тогда проход и понадежнее. Проход и понадежнее. Ну и плюс все-таки Осмоловский его несколько раз из позиции откровенно выпускал. Особенно вот один из тех эпизодов, когда за минуту 30 он оказывается за спиной у соперника и просто падает через него. Ну как? Такое бывает. Шари!
Шамиль Ирасханов. Микрофон погромче делайте, радисты. Шамиль Ирасханов объявляется здесь победителем в данном очном противостоянии с Александром Усмановским. Александр Победов.